Всем большой привет! У меня тут творится магия. Посмотрите, какая красота! Ой, а ну наводись на цветок. Какой там венозный рисунок. Так, это у нас вот такая лилия пурпурата. Трилобел настрята. Вот такая вот чейда, орла чейда. Ой, шикарная. Винная красавица. Дай, дай чуть посмотреть на тебя. Давай лепесток отдай. Ох, что нас ждет. Она прекрасна. Она просто очаровательна. Я ее сегодня утром уже рассматривала. Не успела заснять самое-самое начало. Хотя бы так. Боже, она прекрасна. И вот, вы знаете, я сегодня задумалась, как вот природа неимоверно кожистый зеленый бутон, похожий по качеству на листья, раскрывается и со временем превращается в белоснежный тончайший лепесточек. Это, блин, ну это настолько круто, это настолько волшебно. Магия вокруг нас. Вот тут еще видно, смотрите, он еще зеленый. Он еще плотный, он еще, видите, такой грубый даже. А потом, через некоторое время, ну он же станет вот этой вот неимоверно воздушной прелести, вот этим хохолочком. Да? В общем, а пока у меня здесь творится магия. Ох, класс, 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 класс. В общем, думаю, буду еще снимать сегодня. Надеюсь, несколько стадий распуска успею заснять. И потом уже засниму полностью раскрывшийся. И смонтирую все в одно видео. Класс. Ребята, я не могу налюбоваться. Вот правда, у меня аж дыхание перехватывает. Но такой цвет, вот, к сожалению, тут и тень, и камера. Понимаете, и камера не все передает, и светоотдача, вот светоотдача вашего монитора. Вот сейчас, солнышко, иди сюда. Вот как солнышко играет. И вот когда смотришь, цвет настолько насыщенный, глубокий и вишневый, что кажется, что она такая бархатистая и лохматая. Ее прям хочется потрогать, губа смотрится велюровой. Вон жаль, конечно, что наш глаз, вернее, что камера не может видеть так же, как наш глаз, что наши глаза видят больше. Боже мой, она бесподобна, бесподобная красота. Слушайте, а пока я с вами разговариваю, смотрите, как лепесточки-то вот отгибаются прямо на глазах. Ох, так, ладно, все, не буду трогать, потому что сейчас натрогаю, и она потом, не дай бог, еще будет какой-нибудь кривой, косой, некрасивой. Боже, она прекрасна. Просто волшебно. Так, продолжаю наблюдать за распуском. Выкраиваю минутки забежать поснимать. Уже день у нас такой. Солнечное обеденное время. Плохо видно, поэтому... Плохо видно, потому что против света, все знаете, плохо снимать. И уже вот так вот она развернулась. Ну, уже понятно, что будут красивые лепестки с венозным рисунком. Очень яркая, насыщенная губа. Так. Осталось дождаться, когда лепесточки примут свою окончательную форму. И станут более белые. Белоснежные с ярким рисунком. Ну, думаю, ждать осталось недолго. Правда, настоящая белоснежность появится уже день на третий после распуска. Ну, а пока так. Продолжаем наблюдать. Итак, второй день распуска. Уже вот так вот развернулась. Опять против света.
Поэтому достаем. Вот такая получается прелесть. От Трилобелла, конечно, достались очень широкие, классные боковые лепестки. Я очень рада, что они не стали пилоричными, но вот, да, ширину дало и дало прекрасный рисунок. Она еще не выбелилась. И вот такая пока скрученная, прикольная. Надо еще чуть-чуть потерпеть. Завтра, послезавтра она уже должна быть красоточкой. Очень нравится. Очень она замечательная. Ну и, конечно же, как распустится полностью. Распустится полностью, я имею в виду, как наберет уже свой цвет, еще чуть форму и размер. Будет ждать ее фотосессия. Обязательно. И, конечно же, будет съемка и со второй пурпуратой. В общем, ой, класс, класс, класс. Ждем, ждем, ждем. Ну что ж, воскресный вечер. И, наконец-то набрался цвет пурпураты. Почти не осталось желтоватого оттенка от вот это вот, от бутонов, что ли. Вот какого цвета были бутоны. Лепестки стали белые, мягкие, с заворотиками. И к ним прибавилось чуть больше розового по краям, чуть больше венозного рисунка. Такая замечательная. Получилась красотка. Запах супер. Классный цвет, обалденный. Я в диком восторге. Губа сбоку. Просто волшебная. Терюши. Класс. Я очень довольна. И на самом деле я не расстроилась, что от Трилобелла практически ничего нету. Единственное, наверное, лепестки пошире, чем, ну, по крайней мере, чем у другой моей пурпураты. Потому что, ну, честно признаюсь, мне, наверное, не сильно нравятся такие пурпураты пилоричные. Все сейчас спросят, а что ты так купила? Я покупала с рук две штуки. Мне очень-очень хотелось пурпураты. И мне на тот момент было, боже, как мне было все равно, как они зацветут. Мне хотелось, чтобы они у меня выжили и зацвели. Хотя, может, просто я еще не встретила пилорик пурпуратский, который мне понравится. Ну, это мы уже узнаем потом, когда-нибудь потом. Вот такая красота. Она крупная, она на 2 сантиметра больше, чем моя белая. Вот такая прелесть. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Смотрите описание, там разные ссылочки бывают. И там будет ссылочка на видео, где две мои пурпуратки сравниваются. Всем солнечных дней, пышных цветений и пока-пока.